Посвящение в музыканты – трепетный и очень волнительный момент для каждого первоклассника. Это и первый выход на большую сцену, знакомство с роялем и первые бурные аплодисменты. Очень важно то, что дети первый раз выходят к роялю. Они уже, правда, в этом году играли на конкурсе этюдов, уже были призовые места, даже первые классы у нас играют. Поэтому дети подготовленные, дети успешные, прошли по строгому отбору и конкурсу, занимаются с удовольствием. И, конечно же, если это будет и дальше продолжаться, такие же занятия, усилия и педагога, и ученика, все будет прекрасно в дальнейшем. Это будут концерты, выступления, конкурсы, победы. И радость. Концерт у малышей проходит в конце первого триместра. К нему готовятся с особым чувством. Волнуются и преподаватели, и ученики. Кто-то играет чисто и без ошибок, а кому-то еще не удалось приручить клавиши господина рояля. Все дети талантливы, только нужно помочь им раскрыться. И вот наши преподаватели фортепианного отдела, конечно, огромное уделяют внимание, любовь. И результаты у нас просто потрясающие каждый год. У Елены Шуть два сына, старший уже в третьем классе. На его счету немало побед в конкурсах и фестивалях разного уровня. А вот Алексей, младший, пока только делает свои первые шаги в музыке, но уже весьма уверенно держится на сцене. Меня учатся здесь два ребенка, два сына, в первом и в третьем классе. Преподаватели, конечно, вносят огромный вклад в моих детей. Я думаю, не только в моих детей, всех детей, обучающихся в школе. После концерта под бурные аплодисменты зрителей на сцену поднимаются учителя и ученики. Ну и по традиции каждому вручается сладкий подарок. Шоколад вдохновения как символ безграничной любви к музыке и творчеству. Играй, музыкант, сердце радуй. Играй, озаряй мечтой. Прекрасна жизнь и музыка всегда будет рядом с тобой. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».